Всем привет, друзья! Сегодня в обзоре у нас блок питания от компании Superflower. Это блок на 850 Вт Leodex SE Platinum. Ссылочка, как обычно, в описании к видео. На данный момент такой блок питания стоит примерно 13 тысяч рублей, имеет сертификат 80+ Platinum и эффективностью с 92%. В комплектации у нас документация, сам блок питания и сумочка с кабелями. Да, плюс еще винтики для того, чтобы прикручивать его к корпусу. Данный блок питания является модульным, все кабеля у него отстегиваются, имеется эко-режим. Эко-режим — это значит перевод блока питания в беззвучный режим. При включении вентилятор у него перестает крутиться. Из кабелей у нас идет кабель питания, кабель на 24 пина для подключения материнской платы, два кабеля для подключения ЦПУ, один хвост с четырьмя разъемами Molex, плюс еще к нему переходник с 4 пин на Molex, три хвоста на 10 разъемов SATA и 4 хвоста для подключения VGA. 2 хвоста по 8 пин и 2 хвоста 2 по 8 пин. Все основные характеристики блока питания указаны в этой таблице. Хочу заметить, что по линии 12 вольт он выдерживает 849,6 ватт. Вот, собственно, все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.